Всех приветствую. Недавно делал обзор вот этого полировального станочка. Сегодня хочу немножко доработать. Хочу сделать переходничок для полировочного кружочка, потому как эти морковки мне не нравятся. Сделаю из дюральки. Нашел заготовочку. Сделал эскизик. Ну, как-то так будет одеваться на вал. А здесь будет не гайка, а винтик М6. То есть одеваем шайбу и прижимаем винтом. Сейчас быстренько смастерим. Сначала сделаю одну штуку. Посмотрю, как оно будет. Потом, может, сделаю еще одну. Поехали. Зажимаем заготовочку. Торцанем. Нормалек, вынимаем то. Теперь проточим с обратной стороны. Вот так торцанем и проточим. Проточим, сделаем небольшой запас. Потом, когда деталь будет готова, я ее насажу на оправочку и сделаю проточку чистовую.
Теперь нарежем резьбу М6. Немножко назад, чтобы стружечка вышла. Продолжаем. Замечательно. Теперь необходимо просверлить два отверстия. Есть такое дело. Теперь нарезать резьбу. Отверстия немного смещены, одно относительно другого, но пойдет, ничего. Без моей кисточки ничего не получится. Теперь насадим на оправочку. Стальная заготовочка проточена. Биения нет. Сейчас мы затянем и проточим вот эту вот поверхность. Вот такая красота. Снимаем. Теперь надо подобрать пару винтиков. Четверочка. Вот один. И нужен еще один. Вот это нет. Тут не такой шлиц. Надо под шестигранничек. И вот это вот. Кажись. Имеется ключик. Вот так. Замечательно. Теперь оденем навал. Зажимаем то. Один и второй. И подтянем чуть сильнее.
теперь оденем кружочек. Вот так. А здесь винтик с шайбочкой. И вот что у нас получается. Получилась красота. Немножко мотыляет, потому как отверстие в кружочке не по центру. Сейчас мы его немножко попробуем подровнять. Вроде немножко лучше. А сейчас попробуем чего-то полирнем. Паста Гоя. Офигенно. Просто супер. Можно смотреть как в зеркало. Как-то так. Всем, кто смотрел, спасибо. Ставим пальцы. Ссылочка на станочек в описании под видео. И всем пока.